Вот это вот французская ферма. Вот такие коровки у нас. Такие они боятся чего-то. Не бойтесь. Это молодые боятся. Старые уже обученные. Красивые такие. А это молодничок. Вот он, молодничок. Молоденькие такие. О, это уже постарше. Красивые такие. Поехал хозяин фермы, слив насобирал. Вот видишь, такие более темная коровка. Смена там. Ну, здесь снега практически нет, здесь тепло. Тири, иси, исон тужур дома, исон тужур дох кумса, паски на поднеже, сыса. Он говорит, спросила сейчас у мужа, он сказал, что они здесь все время, потому что тут снега не бывает в этом регионе Франции. Мажарив. Вот. Ну, еще и белая коробка. Вообще белая-белая. Маленькая белая. Жарко сегодня очень. 11 сентября на жарище. Ой, а это бык, по-моему. Да, это бык. Что он так пыхтит? Ну его. Не пойду я к нему близко. Жарива! Большая у них такая ферма. Конечно, молодцы. Очень трудолюбивые люди. Ну, как мой муж сказал, они отдыхать ездят, но не в сезон. Летом они работают, осень, весна, а зимой летают в теплые края. Вот так вот. Хотя здесь тоже не холодно особо, но все-таки. Так что вот такая она, французская ферма.